Сегодня 12 марта, по окончании всеношного бдения дня недели торжества православия, 22:00, по Свято-Успенской Святогорской лавре был нанесен авиационный удар. Бомба упала непосредственно рядом возле моста, который соединяет правый и левый берег Северского Донца и лавру с городом Святогорска. В результате взрыва были выбиты окна в Успенском соборе, в Покровском храме. Также в гостинице лавры, в которой на тот момент проживало 520 беженцев, в основном из Харькова, Изюма. Из них 200 человек это были дети. Некоторые получили ранения осколками стекла, потому что были выбитые и окна, и вылетели двери во всех трех этажах гостиницы. В настоящее время люди находятся в лаврских подвалах в стрессовой ситуации. У детей истерика. И хочется сказать, что на тот момент, когда произошел авиаудар, в городе Святогорске проживало вместе с местными жителями и с беженцами около 10 тысяч мирных людей. Никаких воинских соединений на территории города Святогорска, на территории Свято-Успенской, Святогорской лавры не было. То есть удар был нанесен по мирному городу и по одной из трех святынь Украины, Свято-Успенской, Святогорской лавре. Мы, братья и паломники, и беженцы, обращаемся ко всем, от кого зависит подобное действие, что это безумие наносить авиаудары по мирным жителям и по людям, которые убежали от войны из-под бомбежек, из-под обстрелов. История Святогорской лавры уже имеет такой опыт. 14-15 год, когда жители Славянска, Краматорска, Дебальцево находились здесь в убежище. Но не было никогда такого, чтобы по мирному Святогорску и по лавре был нанесен тем более авиаудар. Конечно, степень разрушения предстоит завтра всю оценить в полной мере, потому что сейчас нет электричества, и это тоже для нас очень важно, потому что в основном кухни монастырские и котельные монастыря, которые работают на электронасосах и электроплитах, мы готовим пищу не только братьям, но и всем беженцам, всем, кто обращается в лавру. Мы уже в полной мере завтра все это снять, постараемся и осветить в более полном объеме. В настоящее время, вот 12 часов ночи, первый час ночи, мы разместили всех беженцев и паломников, у кого небольшие порезы и ранения, сделали перевязки на месте. Люди сейчас более-менее успокоились, но все, и братья, и люди сегодня всю ночь находятся в подвалах, потому что сообщение последовало, что готовится еще к одному авиаудару. Я не понимаю, кому это и зачем нужно. Призываю всех, кто слышит меня как наместник Свято-Успенской, Святогорской лавры, кто имеет возможности повлиять на данную ситуацию, прекратить такие бездумные бомбежки и удары по абсолютно мирным городам и мирным людям.